Яна Шибанова, 70-й. Так, теперь уже выходит третья пятерка и Бирюса в атаке Верховцева. Передача, момент хороший и гол! Оксана Митрофанова на исходе второй минуты встречи открывает счет. 150-я игра в регулярных чемпионатах женской хоккейной лиги у Оксаны. В составе разных команд третий сезон Бирюсе проводит. Ну и забрасывает первую шайбу в сегодняшнем матче. И десятую, юбилейную в этом чемпионате.